Всем-всем огромный привет! Вот такая грустная погода сегодня. Погода плачет, небо плачет. Наверное, это с нами решил ли так природа с погодой попрощаться. Мы сегодня выезжаем уже отдыхать, и к нашему великому сожалению погодные условия нас подвели. Ту одежду, которую мы приготовили, когда вчера, например, была страшная духота, по крайней мере, обувь теперь точно нам не годится, была открытая. Срочно надо менять на более закрытую обувь. Неудобно. И плюс нам ехать долго, и вот этот дождь, мокрые сумки, мокрая одежда, это будет очень-очень неудобно. Вот такая красота нас провожает вся. В России, в каплях дождя, так красиво. Я вышла специально на связь, чтобы попрощаться. Мы двое суток будем добираться. Сейчас мы выезжаем из дома на машине, едем на вокзал. С вокзала на автобусе мы едем в Москву. В Москве мы по переходам с огромными сумками двигаемся на Курский вокзал. С Курского мы ночью уезжаем в Анапу, и через полторы суток, 2 числа, мы из Анапы уже там на местном такси едем в поселок, в котором мы будем отдыхать. Программа у нас 3 недели классного отдыха, который мы хотим запомнить надолго-надолго. Я вам и красоты показываю, прощаюсь. Там нас ждет, я так думаю, замечательная встреча тоже с блогером, с Оксаночкой Алексановой. Мы с ней подружились, дружим уже больше года на Ютубе, но в реале встретиться мы бы никак не могли, потому что нас разделяют 3500 километров. А благодаря тому, что она тоже едет туда же, куда и мы отдыхать, у нас будет возможность с ней встретиться и, представляете, общаться в реале. Такой возможности не было бы. Я вам расскажу об этой встрече, вряд ли покажу, потому что Оксана не любит в кадре мелькать. Но в любом случае это будет незабываемо, я так думаю, и что-то интересное из нашей дружбы, поездки совместной, что-то будет. В любом случае влоги оттуда я вести буду. Если интернет позволит, там же буду и загружать их. И получается где-то 2 числа в среду после обеда мы будем уже на месте. Сумок мы набрали, конечно, много. Лекарства взяла много. У меня ребенок, многие знают, что без ингалятора мы никуда. Пришлось и небулайзер с собой тащить. Это очень неудобно, конечно. Много места занимает. Но в любом случае без таких вещей мы не можем. Поэтому повезем много всего. Обратно будет легче. И плюс у нас приходится везти много продуктов. 2 суток в поезде. Поэтому мы кое-что уже взяли с собой. И 2 больших чемодана. Неудобно. Самое неудобное в дороге это метро. Метро с переходом. То есть надо будет со станции на станцию еще с этими чемоданами, с сумками перейти. То есть сумки на колесиках, а вот лесенки когда... По лестницам придется, конечно, мужу уже все перенести, а так будем все катить. Ну, наверное, сейчас уж решила я так прощальный ролик загрузить, потому что многие девочки пишут в личку: Света, когда, куда, насколько. И я думаю, что вот так вот попрощаться будет приятно. Вот. Надеюсь, в тот момент, когда мы будем передвигаться по улице, погода не будет подводить, и хотя бы в эти моменты не будет такого дождя, чтобы мы были мокрые. Вот так вот наш местный дождик нас провожает. Погода плачет. Очень скучаю уже по маме и по Степе, хотя еще и не уехали. Вот так. Ну все, наверное, я теперь загружу этот ролик. Если получится, оттуда я буду вести связь. А, и еще самое главное, я вряд ли смогу отвечать на комментарии. Ну, понятное дело, я буду отдыхать, но читать буду все. Поэтому, девочки, мальчики, вы уж простите, если вдруг я с комментариями-то, конечно, там буду хулиганить. Но с огромным удовольствием читать буду все. Вот такие красивые цветы.
провожают. Но вообще я очень люблю, когда после дождя листья вот в этой вот росе в каплях, цветы. Это так красиво, это прям, мне кажется, волшебно. Смотрите. А еще я эти кусты, знаете, как люблю? Когда весной начинают почки лопаться, я ночью выхожу и слушаю этот шум. Так классно, кажется, что ты это все видишь. Вот так. Ну, в общем, на такой романтической ноте я прощаюсь. Приятного нам путешествия, легкой дороги. А вам не скучать и ждать наших новых влогов оттуда. Думаю, там будет очень-очень интересно. Оксана, жди, мы скоро приедем. Она уже там, кстати, если кто-то не знает, то Оксана уже в Краснодаре. А встретимся мы с ней около Анапы. Всем пока, до новых встреч!